своей жизни Рафаэль связан с Петербургом. И именно в Петербурге, в последние месяцы перед иммиграцией за рубеж, Рахманинов заканчивает свои знаменитые этюды-картины «Опус 39», один из которых мы сейчас услышим. Сергей Васильевич Рахманинов, этюд-картина «Ре минор», «Опус 39», исполняет преподаватель школы Чучунов Яков Сергеевич. В исполнении учениц 8 класса Михайловой Ольги и Димоди Каймеди.
преподаватель Баранос Ирина Юрьевна.
Варшавы, Праги, Берлина, Дрездена. Хор занял третье место на международном фестивале. Гимн города. Музыка Ольги Фадеевой на словах Игоря Фадеева. Исполняет старший хор школы. Руководитель Бадигаева Наталья Кирилловна. Концертмейстер Розанова Ирина Владимировна.